Есть. Ну давай! Честно говоря, настроиться хорошо, получить удовольствие от хоккея, поиграть в пас, почувствовать друг друга. После вчерашней игры набегались, они чуть подраскатиться, разбегаться тоже. Конечно, соперник, сами понимаете, да, что не такой уровень у него, как вчера, например. Но это свое время, своего рода подготовка к завтрашнему матчу. Но по сознанию было желание вот, выиграть именно с крупным счетом? Да нет, тут я не сказал бы, что мы так уж прям сильно нацелены были на ворота. Просто так получалось, что мы забивали удачные голы. Вот. Плюс командные действия хорошие были, то есть все голы такие, не индивидуальными действиями, а все голы идут пас, навес, флич, там, в общем, хорошая игра. Ну а то обстоятельство, что целых 14 минут мы не могли взломать оборону на рубежце. Это я не знаю даже, как объяснить, честно говоря. Я думаю, что просто мы, наверное, чуть-чуть перекипели, то есть думали, что мы их сейчас сломим сразу. Они так подержали мяч, ну и тоже надо отдать должное, они неплохо двигались по репетанции. To Lithuania, was scored by number 9, Dmitry Skanikov. Тяжелый, конечно. Ну, сегодня надо сказать, что соперник немножко, наверное, акклиматизировал, потому что вчерашний матч, который я видел, они выглядели несколько иначе. Видимо, вроде против русской команды настроились. Играли агрессивно, играли хорошо. В обороне защищались, перекрывали зоны, пока были свежи. Потом немножко стали уставать и стали шутить. Поэтому они же тоже вышли выигрывать матч. Не проигрывать с маленьким мячом. Не получалось, у нас что-то может, но плюс у нас сегодня несколько ребят вышли, кто не играл всегда, может быть, немножко связи налаживали, время ушло. Кто-то на непривычной 50 позиции. Ничего страшного. Вы не очень довольны игрой? Ну, я хотел бы, конечно, чтобы
посмотреть, какие элементы у нас получались лучше.